первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Всюду слышится музыка, раздается детский смех, разлетаются воздушные шары и вручаются подарки. Артисты Moldavia National Youth Orchestra тоже подготовили сюрприз для самых маленьких жителей Кишинева и гостей столицы. На одной из репетиций побывала и наша съемочная группа. Концерт, который мы подготовили, это музыка из известных мультфильмов. Это мелодии как для детей, так и для взрослых, чтобы каждый из нас перенесся в свое детство, вспомнил себя ребенком и задумался обо всем лучшем, что с ним происходило. Такая музыка помогает расслабиться, уйти от проблем и провести хорошо вечер. В этом году организаторы концерта уверены, что ребенком сможет почувствовать себя каждый. Это будет вечер, окутанный особой атмосферой и настроением. Молодые инструменталисты вновь удивят смелыми аранжировками и виртуозным исполнением. Мы подготовили более 12 музыкальных аранжировок, начиная с композиций из известных мультфильмов, ставших классикой «Ну, погоди» и «Том и Джерри», продолжая современными мелодиями, например, из сказки «Фроузен». Мы сыграем музыку на любой вкус, как и для более старшего поколения, так и для молодежи. В любом случае, эта музыка известна всем. Музыка для парень, для нас, для тебя, как и для копий мич, а для всех очень реконосчивы. На одной сцене с оркестром выступят три солиста – Виктор Балан, Лидия Исаак и Стелла Батес. Кроме того, зрители порадуют детский и взрослый хор. Рядом со сценой будет расположена игровая площадка для детей с аниматорами. Здесь можно будет отдохнуть и перекусить. Дирижер оркестра очень трепетно относится к маленьким почитателям музыки. Накануне праздника он поздравил всех детей и пригласил на концерт. Мир детства – незабываемая пора, пора мечтаний, искренней радости и взросления. Это время учиться и развиваться, это мир игр и общения. Это интересные, яркие и веселые моменты. Сегодня дети очень смышленные, они хватают информацию на лету. Мне бы хотелось, чтобы они брали все самое лучшее от жизни, наслаждались ею и, конечно, добились большего, чем мы. Концерт с Moldavia National Youth Orchestra состоится 1 июня в Зеленом театре столичного парка Валя Морилор. Начало 18:00. Приходите всей семьей и насладитесь хорошей музыкой.